Господи, спаси уйди. Да, да? Да, попроще, да, попроще. Парк, ну парк надо. Парк, да. Называется Bubble Art. Марусь, какой тебе шарик? Переписку прилагаем. Bubble Art. Нижний парк, нижняя часть удельного парка до сих пор является парком. По закону это государственная собственность. Она является и парком, и объектом культурного наследия. А наш комитет по благоустройству Санкт-Петербурга решил, что лучше отдать эту территорию в аренду футбольному клубу «Зенит». И предоставлено право футбольному клубу вырубить деревья и сделать там футбольные поля. Будет два футбольных поля. Для этого вырубили 1019 деревьев, из которых только 3 утратили декоративную ценность, и более половины, более 500 были посаженными деревьями. Мы пытались пробиться к чиновникам, пробиться к депутатам, чтобы спасти наш удельный парк, чтобы мы могли гулять здесь с детьми, могли заниматься спортом, чтобы остановить вырубку деревьев. Мы получили огромное количество ответов. Это целая папка бумаг, вот она у меня с собой, огромная папка с ответами чиновников, и все эти ответы о том, что это все законно, что это в интересах города, и мы сейчас не можем ничего сделать. То есть эта территория огорожена, и эта территория вне нашего доступа. Сегодня мы сделали акцию «Прощание с нашими надеждами». Мы написали, наша последняя инстанция – это Бог, мы написали письмо Богу с просьбой спасти удельный парк, приложили все эти вот эти ответы чиновников. Это наша последняя, получается, надежда. Пока-пока-пока! Лети-лети невысоко! Лети-лети далеко! Смотрите. Посмотри, на что большое дело. Красиво. Thank you.